Всем привет! Всем привет! Приехали, покатаемся. Вперед! Клумбочка-то как мне это нравится. Слушай, вон она там. Я ее уже пролетела. Как она мне нравится. Она там вообще, у них там разбила ее хозяйка тут одного магазинчика. По-моему, Фортуны. Угу. Многолетники. И очень красиво. Прям летом цветут обалденно. Начиная с самой весны и заканчивая самой осенью. То есть, если вот так сочетать цветы, они будут цвести круглый сезон. Все лето. Да, все лето. Одуванчики, вон уже все, появились. Первый цикл одуванчиков закончился, скоро полетят. Уже летят. Уже летят? Да, вон уже. Уже летят. Ну что у нас тут делается на проспекте России? Слушай, что, где тут новый асфальт, ты говоришь? На той стороне. А, на той стороне. Тут-то же все соскребено только и все. Да. Еще не положили. Посмотрите, как спирея цветет красиво тоже. Сирень. Это сирень, да. Вот это сирень. А там вот кусты спиреи. Ага. Которые маленькие, это беленьким-то цветут. Что-то лучше знать, я не понимаю. Вот они какие красивые, оказывается, по весне-то. Кстати, торговый центр. Видишь, забор стоит. Угу. Вот справа. Тут вот, вот торговый центр строится. Да ты что? Да. Это вы тут купили участок-то, который стоил миллион-то рублей. Да. Вот торговый центр будет строиться. Интересно, девки пляшут. Ну слушайте. Да. Торговые центры растут как грибы после дождя. Столько больше денег. Но здесь-то, конечно, место-то проходящее, не то что там, в 8-м-то микрорайоне, где стоят два-то вот этих бума еще рядом-то с ним. Эти-то ладно, там-то, в смысле, не рентабельно, а здесь-то, видимо, оно проходящее место-то из-за этого. Из-за этого. Сегодня у нас выходной. Дождь шел вчера целый день, а мы подъехали к перекрестку. Папа у нас ушел в магазин, а тут вот посмотрите, посадили все туи. Это туи, да. Туи, но какие-то шарообразные. С этой стороны, ну и с этой стороны тоже. Будь здорова. Все, мы поехали дальше. Да? Ой, что-то мама нажала тут ночь, день, ночь. Сегодня светит солнышко у нас. Сегодня у нас тепло. Да ведь? Сегодня хорошо. 23. 23 градуса. Тут пока что-то пока вяло текущего ремонта. Да. Убрали вот эти тут были бордюрные камни. А мы сегодня с тобой не взяли этот, да? Кого? Микрофончик. А, из-за этого. Пока не привыкли еще. Да, что он есть. Ну ладно. Будем сегодня без микрофончика. Так, что это у нас? 60 лет октября. Слушай, тут-то сделали, да? Сделали, посмотрите, ровное. Пока. Пока, да. Но долго ли хватит, неизвестно. Не знаю. Ну, мне кажется, положили вот этот вот один слой, положили, а да. Тонюсенькие. Тонюсенькие, и все. Улица Победы. Одна из самых спокойных улиц, мне кажется, вот здесь, да? Вот если там ходить во дворах, то очень-очень даже там спокойно. Движухи вообще мало. По самой Победе много. Ну,
ты имеешь в виду машины. Да. А вот во дворах, вот если посмотреть, там вообще людей-то нет, да. Людей-то мало, да. Ой, слушай, то автобус какой-то еще идет. Но он заказной, наверное, какой-то, да. Потом с тобой как-нибудь туда еще, да, до Северюк съездим. В сухую погоду только. Чтоб там где-нибудь не застрять. Это... Юбилейная. Юбилейная. И микрорайон Жемчужный. Строится, да? Вроде строится. На остановках никого нет, наверное, все уже уехали в сады. Ну, верно. Время-то уже второй час. Там мы только шорохаемся. У нас все дела. Ой, слушай, зацвела ведь черноплодка. Я уже пролетела. Зацвела черноплодка, да. Мне так нравится, она не зимой, а осенью, поздней. У нее листья становятся такие ярко-ярко бордовые. Тут дорожка тоже уже, да, бренчит. Да, это, видимо, кирпичный завод едет в машину, скорее всего. Думаешь? Куда она еще может ехать? А мы, кстати, туда не ездили, да, в ту сторону? Я с Вишкесли пошла. Помнишь? Надо было съездить туда. Там же тоже какое-то поселение есть, это бум. От кирпичного завода. А, мне даже пошло. Да, помнишь, я ездил, показывал. Есть на где-то видео? Есть. Как-то ездил, да. Угу. На канале. Ну, вполне возможно, да, что вот... Только я там... впервые, наверное, вижу, что вот большой груз... Фура идет туда, по этой дороге. Да. Обгонять уж не будем, машин сегодня много. Да, пусть едет. А я так немножко отверну и буду показывать вам немножко... Дома. Дома, да. Все, давай. Хорошо, кто такой? Так что, надо работать, надо перекрывать. Дел много. Цветет у нас и пахнет. Черемуха. Черемуха еще тут не отцвела. Рябина, по-моему, цветет, да? Вот, да, рябина. Обычная рябина. И черноплодка росла тоже. Наверное. Ну и рябина у нас, наверное, зацвела тоже. У нас рябинка-то тоже есть. Едет впереди, да. Че я? Вон, посмотри-ка сегодня машин-то сколько, правда? В ту сторону-то. Было время, лет так 5 назад, когда здесь дорога была, знаете какая? Убойная. Наверное, лет 5-7 назад, да? Что вообще тут были такие эти ямины, да. Мама, не горюй. Мама, не горюй. Вот заехали мы в свое садоводство. Прокатим вас чуть-чуть опять по улочке. Вон цветет белая сирень.
Васильевич виноград по заборчику. Я садила сколько раз около забора-то, да, что-то вот тоже он. То ли выдираю потом весной, да. Че, я уж сама не понимаю. А мы поедем дальше. А кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, не знаю, может, сегодня погуляем в лесу, в саду. Да, наверное. Всем доброго, всем пока. Всем пока.